понимаешь, мужики вот это вот не носят. Да давай купим, если тебе не подойдет, я поношу. Бред какой-то. Девушка, ну скажи, ты же видишь, ему хорошо. Ну да, очень красиво. Правда? Блин, ну я не могу себя баловать. Я же Маше купил приставку игровую, с Настей, с удочкой, диски на машину. Все для нее. Девушка, вы тут 100 рублей не видели? Нет. Точно не видели? У меня просто... Мне их мама подарила на Новый год. Нет. Ну, раз так, ну. Сегодня важный день в наших отношениях. Я придумал тебе кучу ласковых имен, и ты сама выберешь, как я тебя буду называть. Хлебный мякиш. Ну ты же нежная, ты мягкая, как хлеб, мягкая натура. В любви, в сотрудничестве. Давай дальше. Медвежья титька. Я могу объяснить, почему медвежья. Давай дальше. Мойва. Это как рыбкой тебя называть, только знаешь, с таким вот. Дальше. Андеграундница. Микрожопка. Термокотик. Маракуйка. Писюня. Жопожуйка. Клеопаприка. Так, подожди. У тебя есть там нормальные какие-нибудь имена? Так, вот, вот. Малыш. Малыш. Мне нравится малыш. Маша. Это имена для наших будущих детей. Ты ничего не понимаешь, ты не фантазер. Ну, Ваня, не обижайся, подожди, давай же пожуйка. Помогите, у меня там сумку украли. Нихера орать в моем дворе. Маша, ты чё, сегодня же выходной? Сюрприз! Ух ты! Блин! Ну я же не умею! Да там просто педали крутишь и все. Иди. Смотрю, вы любите сладкое? Ага. И жареным увлекаетесь? Да. И, наверное, любите есть после 6? Да. Доктор, вы что, это все видите по моим зубам? Да нет, вы просто жирная. Просыпайся. Ты же помнишь, что сегодня 8 марта, и ты обещал меня сводить в самый дорогой ресторан и подарить мне золотые сережки. Все, Вань, я готова. Вчера, Маша, было 8 марта. Я повел тебя в дорогой ресторан, подарил дорогие сережки. А ты напилась, похерила, сережки похерила, ресторан похерила, блин. О, кошмар. Прости меня, пожалуйста. Хочешь, я тебе завтра приготовлю? Ну, иди готовь, что сделаю, иди готовь. I don't know.
улыбайся. Сюрприз. Это что, носки из пены для бритья? Я старалась. Как оригинально!